кажется, второго акта не будет. Я не вижу ни одного актера. Я не вижу концертмейстера. Замечательный концерт, юбилейный концерт выдающегося барда, автора-исполнителя Александра Суханова. Вот так что вы, давайте, во-первых, поаплодируем и поздравим Александра с юбилеем. Поставим, может, кто-то из вас запустит на этот концерт прийти. Сейчас мы сделаем небольшой саундчек, потому что у нас был не очень комфортный звук в первом акте. Что-что? Инструмент громко говорят. Инструмент громко. Значит, начинаем с Юры. Юра, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Все нормально. Дальше, Олег. Раз, два, три. О, появляюсь. Ух, хорошо. Раз, два, три. Не надо его умереть. Раз, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Я себя слышу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай, вот это можно оставить. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, раз, два, три. Да меня и нету, да. Раз, два, три. Раз, два, три. Меня и нет на сцене сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Спасибо. Спасибо, я себя услышал. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Почему Петя тенором разговаривает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, дайте вот мне это так. Бар, да. Пожалуйста. Не за, убери. Не меньше, пожалуйста. Монитор. Вниз. Нет, в мониторах, на сцене, вот там, в зале. Вверх, вот так оставьте. Раз, два, три, четыре, пять. Вы, товарищ, сядьте на пол. Главное, низкий. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Я в первом акте мало говорил. Саундчек. Саучук и кек. Раз, два. Раз, два. Отлично. Раз, спасибо. Раз, раз. Мне хорошо. Мне всегда хорошо. Спасибо. Сейчас будет такой довольно длинный драматический кусок произведения. Мы покажем подряд несколько сцен без какого-либо конферанса. Молю тебя, не верь этому
человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один, весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один, весь экипаж. Thank you.
же так? Ну как же так могло случиться? Как же так могло случиться? Кто нам это говорит? Тоже яд еще сочится, чем цинизм станет прикрыт. Нам как раз не доставало или здесь религия, чье раскроенное жало нанесло. Это уже поддело, и все, что осталось.
Спасибо, песня «Ключи Божьи». Представляете, как это было жарко. Дело в том, что у меня... Да, я обязательно поработаю. Я уже работаю на сцене. Работает для вас весь вечер Андрей Богданов! Вы представляете, как действительно было жарко на Эдаре. Я не знаю, сколько раз я завивал микрофон, потому что я был в шерстяном свитере, наверное, вот такой толщины, с вот таким воротом, плюс еще замотан вот шарфом, которых два, по-моему, два снятия с небольшим. Один из самых ценных ресурсов этого концертного проекта – это руки концертмейстера. Как Татьяны Солнышкой, так и Кристина. Ваши записки. Этот мюзикл не должен закончиться, обещаете? Знаете, в наших душах он не заканчивается все эти годы, поэтому мы, по-моему, минимум было репетиции, потому что все это вот здесь сидит. А продолжится ли его сценическая жизнь? Это прежде всего продюсерам вопрос. Да, это к авторам. И там вот так много внешних факторов, что это просто как лотерея. Ребята, а мы слушали ваш мюзикл 13 раз, знаем все наизусть. Возможно, слушать бесконечно, весело не получается. Почему-то слезы радости. Спасибо, не бросайте сцену, слышите? Спасибо. Мария Шорстова. Маша, к сожалению, убежала. У нее очень насыщенная театральная жизнь. Спасибо вам за арию Кати. А вот для Иваченко вопрос, кстати. Скажите, а ваша с Георгием Леонардовичем песня «Друг мой милый, друг мой дорогой, побывал в гробу одной ногой» повлияло на текст капитана в собственной судьбе? Алексей Игоревич. Да, говорит, повлияло. Ну, больше того, мелодия «Коммунальной квартиры» — это тоже мелодия одной из песен более ранних, еще до «Новокосмоса», насколько я знаю. Да, я дочитаю. Мария Шорстова, спасибо вам за арию. Катя, почему вас не слышно, ваши фанаты? Приходите в школу, в театр школы драматического искусства. Да, Маша прекрасно себя. Можно я слышу? Да. Спасибо большое. Стою, читаю. Все песни знаю с раннего детства, но только сейчас поняла смысл. Вы все так хорошо поете. Большое спасибо. Я в восторге, Соня. Спасибо, Соня, что вы поняли. Пожалуйста, чтобы это не было последнее выступление. Казариновой отдельное спасибо. Леночка, мы тебе дадим. Очень может быть, что в этом формате это последнее выступление, к сожалению, потому что мне этот формат нравится очень-очень. Нам всем, правда? Мы тут все чувствуем. И вам всем. Ну, я только буду вторить. Хочется жить. Спасибо вам огромное. Лида гений. Я абсолютно присоединяюсь. У меня есть очень важное сообщение. Записка очень длинная. Это смайлик. И это тоже. Это для тупых, кто не помнит с первого раза. Вы говорите, больше кушайте. А откуда, как тут кушать, когда сидеть с открытым ртом и глупой улыбкой? Ну понятно, да. Вы сначала кушайте, а потом пойте. Вы смотрите, главное, что не делайте это одновременно. Нам не нужны здесь жертвы. Вот. Техника безопасности прежде всего. Какая тут еда? Нормальная еда. Расскажите про себя, кто чем занимается? Мы актеры. Вопрос всем актерам. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь, где играете? Давайте ответим по очереди. Пожалуйста. Да, с вас начнем, Юрий. Занимаюсь работой. Придумай-то. Спектакли играю. Готовим проект. Деньги везде. Очень много спектаклей. Планов громадьем. Театр какой? Быстро. Весь мир театр. На права сдаете? Кто это? Выйдите. Я вот инспектор. Да, самое главное, я проснулся. Я нет. Третье занятие было, я сегодня чуть с ума не сошел. Поэтому я такой сложный сегодня. Дура будет работать с таксистами.
Лень возиться. Поднимайте, бери выше дальнобойщиков. Ну, собственно, у меня вчера, и не только у меня, вчера в Москве состоялся, да, и у нее, кстати, состоялся последний спектакль мюзикла «Звуки музыки». Сезон закончился, на сегодняшний день в МДМ. МДМ. Да, на сегодняшний день у меня есть два предложения, но я не хотела бы сейчас об этом распространяться, поскольку это пока в стадии переговоров. Потому что одно из них замуж, правильно? Третье предложение. Ира, расскажите о себе. Когда в прошлый раз нам задали этот вопрос, я так долго говорила, что мне сказали, что все не надо говорить. Поэтому, я работаю в театре на Таганке, в театре Луны. Приходите. Олег, скажите, кто вы? Что вы? Что вы? Я дружусь в театре Московского совета по-прежнему, так что всех приглашаю на спектакли, в которых я занят. А сейчас я уже дружусь. Меняет, ты знаешь, что законодательство меняет? Теперь я уже, да, долго не сидел. Я по-прежнему работаю для детей. Детский музыкальный театр «Экспромт». Пожалуйста, приводите своих детишек. У нас есть неплохие спектакли. Также я работаю, тоже служу. Или как ты сказал? Ты служишь, а я... Хорошо, ты, да, я служу. Я также иногда работаю вместе с Олегом в спектакле «Иисус Христос. Кстати, суперзвезда». Играет злодея. Да, и, кстати, Иуда. Я уже... Кто из вас Иуда взял, заложил его. Петр. Я остаюсь бессменным артистом саунд-драмы, собственно говоря, ну и в остальное по мелочи. Далее везде. Например, анекдот. Брат, ты уже устроился? Нет, еще работаю. Я долгое время сидел в кресле, буквально в кресле телеведущего на одном из московских каналов. И вот с закончившегося сезона влился в группу театра мюзикла. Мои коллеги, времена не выбирают, там готовится новая постановка, буду ли я в ней играть, еще не знаю. И по-прежнему все эти годы занимаюсь отмечанием, это тоже не охота. Там очень часто голос Алексея Сашанского. Обязательно работает. Так как я хорошо этот голос знаю, когда я в метро захожу, а я редко захожу в метро, я все время здороваюсь. Здравствуй, Леша. Хорошо, есть машина. Ты туда не влезешь. Я пока суть до дела, расскажу о себе. Значит, вы пока вы. Я закончила продюсерский факультет ГИТИСа. Спасибо. Написала диплом на тему продюсирования стационарного мюзикла в России. Проблемы и перспективы. Тему кандидатскую диссертацию. Очень удобная тема, то, про что никто почти не знает. Никто ничего про это не знает, я могу писать все, что угодно. Я единственный специалист системный в этой области. Практическая на практике как? Посмотрим. Вот. Ну, естественно, я пою, я певица. Я пою. Пою я в гнезде глухаря обычно. Вот, так что здесь меня можно увидеть. И еще я организую большие бардовские фестивали теперь. Вот. Я собрала всю эту компанию для того, чтобы отвезти их наконец на бардовские фестивали и показать, как вообще надо петь. Да. Так что буквально через неделю мы все окажемся на фестивале «Платформа» на Стрелковских озерах под Самарой. И будем, мы, и будем. Мы наши цветочки. Мы с ужасом думаем, как нас встретит Грушинская гора. Да. Вот, это будет здорово. Да нормально встретит. Вам обещаете? Спасибо. Хорошо, вы нас ободрили. Есть еще вопросы? Нет, давайте вопросов нет. Ручки отдохнули? Да. Прекрасно. Значит так, после арии Сани у нас обычно антракт. Но так как у нас уже был, второй мы делать не будем. И, значит, после антракта
вернее, до антракта, это был Саня маленький, юношество его, то есть совсем молодой. А после антракта он уже возмужал, стал мужчиной, в хорошем смысле слова стал мужчиной. И с успехом, так сказать, овладевает профессией летчика. И второй акт у нас начинался с номера «Летчики». Сейчас мы попробуем это исполнить. Особенность сегодняшнего исполнения в том, что ни один из присутствующих на сцене людей в спектакле этот номер ни разу не исполнил. Никогда. Нет. Я клянусь. Еще в том, что есть летчицы. Да, от себя добавлю Толику. За то время, пока номер ставился, и за время проката было вложено столько сил, пота и стоптанных набоев, что я бы на месте Министерства обороны присвоил всем ребятам неочередное воинское звание. А тем, кто не служил, засчитал бы это как срочную войну. Дорогие друзья, те, кто помнит танцы, пожалуйста, танцуйте. Да, в этом смысле надежда на вас. Чечетку будете бить мы по тарелкам, по столам. И был степ, да, здесь степ, конечно, мы танцевать не будем. Хотя я предлагала, не вспоминаю. Ну почему же нет? Было бы здорово. Ну что, господа, полетели? Летчики! Миша, Андрей Богданов, это Саня
там в уборной, там такое приключилось. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза, я чуть было говорить не разучилась. Это жуковых проделки! Черепахи! Крисы! Белки! Разве по деле, понимаешь ли, жаба? Устроили ли вай для собственных мышей? Уймите ваших тварей, они разносят мышей. Так это же не мыши, а просто хомячки. А кто у дяди Миши в подыре все очки? А кто у тети Миры все тапочки покрыс? Достанется квартиру от пары ваших крыс. Квартира вам не место для самок и самцов. Они для порядочных жильцов. Может быть возьмем, да и напишем, сюда придет товарищ управдом. Да как и вы и ваши мыши за все ответите перед судом. О, звонят. О, не удивлюсь, если это таки уже за вами. Слов любви.
не нужно.
Григорьев, черт побери! Искренне рад такому сюрпризу. Здравствуй, ромашка, здравствуй, подлиза. Саня, кончай пускать пузыри. Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты ли часом воду здесь мутишь? И что? Гляди, когда так улетишь. Ты чего? Это вовсе не я. Это наш старикашка проказник. Он боится, что твой перелет воскресит его старый грешок. Он тут ползает, словно змея. Он использует старые связи. И уж точно на все, что угодно пойдет, лишь бы замысел твой растереть в порошок. Ты давай не грусти. Тогда 9 лет ты такую улику срываешь. Я-то знаю, что ты то письмо своровал. Не делай такое лицо. Понимаю твое раздражение. Так и было клеветом, увы. Естественно, жаждешь суда. Не получишь свое письмецо. Но уж сделай мне одолжение. 48 часов. Никогда. Я, похоже, помешал. Нисколько, Николай Антонович. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной верный ассистент ваш, не стесняясь, предлагал мне помощь в том, чтобы позорить вас навек. Да-да, весьма печально. Он, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрастил, а значит, сам и виноват. И что подлец он для меня отнюдь не ново. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвали его подлецом. Сеятель смерти, боли и горя, с доброй душой и честным лицом. Как раненого волка меня вы обложили. Один цепится в холку, другой терзает жилы. А как я ненавижу вас, молодых и властных, вступающих все ближе и ближе и ближе, готовы к бесстрастно добить старика, который шпарится из тупика, но зубы есть, но зубы есть, но зубы есть, пока. Раздается свист и взрыв авиабомбы. Хор превращается в жителей блокадного города. Люди поодиночке бредут по улице, тащат санки, стоят в очередях за хлебом. Среди них Катя и Нина Капитоновна, которые возвращаются домой. Катя, поддерживая обессилевшую бабушку, напевает знакомую мелодию. Тучи опять наползают белой метелью грозя. Там, где вода замерзает, жить нельзя. Уже почти пришли. Бабушка, уже пришли. Наш народ непобедим. В -31
Зачем же только ты поехала со мной в Ленинград, в Ленинград, в Ленинград? Ленинград. Спецрейс из Москвы волновался ужасно, повсюду искал, под бомбежкой весь город пешком прошагал и нашел, слава богу, живых. И я вам могу помочь покинуть этот ад, ведь город обречен, к чему вам эти муки? Постойте, Ромашов, не отводите взгляд, скажите, почему у вас трясутся руки? Выпейте водный глоток, вам нужно покрепиться хотя бы чуток, прежде чем что с ним? Войны приговор так жесток. Что с ним, Саня, жив? Говорите! Невинный.
душ. Ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука пистолет. Я сейчас махну рукою. И моей проблемы больше нет. Там умрешь, но слав не покончится мной. А я, смотри, смотри, я спускаю крючок. Ау! Стервец, калека лежачий больной, схватил костыль. Да так его сильно швырнул, что отбил мне плечо. Он же костылем мог меня убить, это же маньяк. Вот, 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 вот! До сих пор синяк, я этот костыль, я этот костыль. Я его схватил и расколотил. Я забрал его вещички, я забрал его вещички. Большой помпой отпраздновали его презентацию в Центре эстрады. А вообще Алексей Игоревич пишет новый мюзикл.
тебя спасти. Прислушайся, я рядом, я с тобой.
Нас не удивится.